Всем привет! Я только что прибежала с Ева Мозаик. Там большие сегодня скидки, акции. Берешь один товар, второй в подарок. Это вообще просто... Так, стану вот так вот. Не знаю, как стать. Это вообще просто, не знаю, в шоке. Такие цены. То есть берешь, допустим, скидка на крема для рук, для тела, для ног. Берешь один там за 100 гривен, второй что за 100 гривен, тебе бесплатно. Ну там за 10 копеек буквально, ну капец. Так что бегите в Ева. Вот, но сначала посмотрите то, что я приобрела в Ева Мозаик. Приятного просмотра. Скупилась я на 435 гривен, 10 копеек. В общем, бежала за вот этими подгузниками. Надеюсь, это уже наша последняя упаковка. Потому что я одеваю дочке ее на ночь. Пока что да, пока что у нас ночные приключения бывают, но днем она умничка, она ходит на горшок. Вот, так что я приобрела. Вот увидела, надо еще было салфетки купить, кроме подгузников. Смотрю, и стоит работник рядышком. Я спрашиваю, это типа вторая упаковка за 50%? Она говорит, нет, одну берете, вторая в подарок. Вот эти стоят 39,99. Так... Вот эти бесплатно. Вообще, получается, упаковка 20 гривен, 100 штук. Бомба. То же самое с кремами. Ну, я взяла маленький, мне для рук уже заканчивается. И для ног вот такой же буквально недавно я брала. Вообще, так классно питает ноги. И вообще, недорого стоит. Сейчас вам скажу, в чем же этот крем. Биокон. 21,99. Вот. И оно вообще стоит всего, так что своего, так что берите, рекомендую вам вот этот именно биокон, недорогой и очень хорошо увлажняет ваши пяточки. И бархатные ручки стоил что-то там на гривну, наверное, дешевле. В общем, чеки у меня, он обошелся за 10 копеек. Вот. Так что получается бесплатный он мне достался. Дальше давайте пройдемся по химии. С химии я взяла. Буду сегодня мыть вытяжку, потому что там уже пипец просто. Взяла из Skype, смотрела на дорогие мистер Мускул. Думаю, чем он хуже. Вот этот от мистер Мускул просто дешевле. Ну, попробуем просто. Мои знакомые хвалят Sky Home. Гель для выдаления забруднений, антижир. Попробуем, как оно будет удалять. Потом как-то в следующих видео оставлю свой отзыв по поводу бренда вот этого Sky. И взяла для унитаза тоже там, не помню, сколько он стоит. 6,99. А, это мыло, мыло. А вот это 9,99. Так, потом взяла... Сначала взяла мистер Муску по 47 гривен, вроде бы для пола мыть. Тоже с лимоном, тоже такой самый. Вот, для прибирания пилоги тостин лимон. Литра. Что там литра. И, блин, думаю, переплачивать в два раза вот это дешевле, чем даже тот, что по скидке мистер Мускул. И такой же есть лаванда, как и мистер Мускул. Так, думаю, возьму вот этот. Думаю, ничем оно, это вся химия не отличается. Везде химия. Так, для посуды взяла, решила не ушастый взять, а взять вот этот попробовать, Honey Bunny для детской посуды, пол-литра, тоже что-то недорого стоил. Так, вот этот антижир, 15,99. Так, потом гель для посуды, 16,99. И вот этот мыло Sky, 6,99. Вот такое деликатное. Для прания всех выдев тканин. Хозяйственное мыло белое, 72%. А было от удаления пятен, стоило, по-моему, 10 гривен. На 3 гривны дороже. Вот что, такие вот покупочки. Спасибо, что смотрели видео до конца. Бегите в Еву. Всем хорошего дня.